Лесенка. Давай, фоткай. Спасибо. Это сегодня был бы. Тут могла бы быть ваша консьержка. Но ее тут нет, так что приходите, лифтовики доснимайте. Испугался. Все тихо. Консьержка выйдет. Долго очень не мылится. Смотри, коврик. А, нет, не коврик. Казалось. Офигеть. Восьмой. Двери закрываются. Вот это атмосферное освещение. Ого. Блин, вообще КМЗ 90-х прикольные. Это, скорее всего, уже кони 2000-е. Это, я напишу 90-х-00HGG, как я люблю писать. Отойди. Смотри, здесь плафон, видишь, он выпирает, а тут его как будто как кнопку нажали. Так, да. Тик. Это, наверное, я. Да. Чего сильно всего пугаюсь? Не знаю. Вот иди. Вот тут камера. Ничего страшного. Да, там поле. Смотри, окно прям. Во всю иду. Так, давай-ка лучше вот так. Высоту. Там еще оно продолжается. И тихо, пожалуйста. Вообще такое. Пойдем, погнали. Опа, зашел в последнюю секунду. У меня 4 камеры, у тебя одна, завидуй. Прикинь, фотоаппарат с 4 камерами. О, да. Смирный фотик. Фотик паучий глаз с 4 камерами. Да. Карл Зейс. А, вот есть 2 камера. Да. Фотик с 2 камерами. Ой, что я сказал? У меня не фокусируется телефон. Человек даже такой сказал. Вот это да. Смотри, тут 2 раза написали первый этаж на стене у лифта. Зачем? Для тупых? Типа, это первый этаж. Это 11-й уже получается. Перфекционизм. Тут консьержке нельзя зайти. Я хотел быть консьержкой этого дома. Здравствуйте, я консьержка. Я запрещаю. Ну-ка, кстати, подожди. Я хочу проверить, откроет ли ключ. Мой. Ну, стой. Мой открой. Сейчас, подожди, я беру сейчас визит. Да. Ну, почти автосбор. Мне кажется, здесь автосбор, да. Попробуй. Ну, давай попробуй еще какой-нибудь. Вот этот. У тебя видео все еще идет. Да, я знаю. А, да, автосбор. Реально автосбор. Так что, тем более, ну, давай, ребят, там снимай, приходите. Я еще попробую. Что мне же делать нечего. А. Подъезд номер 5. Так, включи давай. Ну-ка. Это реально автосбор. Давай попробуем ключ, который вообще никогда не работает. Да попробуй, пока поснимаю. Да зашибись, отойди только и не мешай. Ты просто попросил не мешать. Ладно, сегодня я добрый. Спасибо. Классный дом. Вообще топ. Я его даже так еще сниму, подожди.